Наталья Андреевна нашла лисички. Ну, наконец-то, вот первые грибочки. Да, думали, нету грибов, оказывается, вот они пошли. Все, грибы есть. Да, смотри, какие молоденькие, классные. Ой, все такие чистенькие. Ну что, будем сейчас собирать? Да. Слава тебе, Господи. Хоть пожарим с картошечкой, с молодой. Денису отправить. Сейчас отправим всем нашим родным.